ученики! Физкульт, привет! Это уже полюбившаяся вам рубрика «Вопрос-ответ». В прошлый раз мы поговорили о расширении талии, возможно ли она от приседаний и становых тяг. Поговорили о бассейне после тренировки, можно и нужно ли. А сегодня мы поговорим о сауне и тренажерном зале. Друзья, большинство из вас видит, что в фитнес-клубах, в современных больших фитнес-клубах есть сауны. Так вот, если вы серьезно тренируетесь, если ваши тренировки не направлены на оздоровление, если вы выкладываетесь на каждой вашей тренировке с определенной интенсивностью, увеличивая нагрузку, то сауна вам показана только раз в две недели в отдельный от любой тренировки день. После силовой тренировки ни в коем случае нельзя идти в сауну. Как многие девчонки думают, доработать, выгнать из себя оставшуюся воду. Нет ничего более глупее и опаснее для сердца. Действительно, если вы будете тяжело тренироваться в тренажерном зале с отягощениями, и после этого каждый раз идти в сауну, вы очень быстро угробите, навредите своему здоровью и конкретно миокарду, нашей сердечной мышце. Я настоятельно рекомендую вам прислушаться к этой рекомендации. Еще в 90-х годах, когда всю информацию, которую я черпал, была только из журнала Muscle and Fitness и Flex, я уже тогда находил там, в журналах, данную информацию. Для тяжело тренирующегося атлета максимум это раз в две недели посещение сауны. Если же вы просто посещаете тренажерный зал, фитнес-клуб ради удовольствия, ради общения, сохранения какого-то здоровья, улучшения вашего самочувствия, то вы, конечно же, можете посещать сауну и после тренировки, потому что ваша тренировка носит больше характер ЛФК. Но все равно старайтесь, чтобы ваша тренировка не совпадала с вашей сауной. Это со 100% гарантией убережет ваше сердце от перенапряжения. Будьте здоровы, думайте всегда головой, будет вам счастье и здоровье. Не пропустите, в следующий раз я отвечу на вопросы, часто задаваемые мне вами в комментариях, в группе ВКонтакте, на сайте моем, в Инстаграме. И следующие темы, которые мы с вами затронем, это мы обсудим вопросы касаемо суперсетов, как оценить программу ту или иную тренинга, подойдет ли она вам именно как натурально тренирующемуся атлету. Это очень важный момент. Также затронем миф, несмотря на то, что у меня уже есть статьи и видео об этом, о типах телосложения, эктоморф, эндоморф, мезоморф. А также обсудим с вами вопрос, животрепещущий вопрос, как убрать живот. Не пропустите, думайте всегда головой, правильно питайтесь, грамотно тренируйтесь, адекватно восстанавливайтесь. Будет вам тогда сила, масса и здоровье. Увидимся в следующий раз.